Проснулась, захожу на кухню поставить себе чайник, а здесь лежит такая красота. Попросили открыть этот первый подарок. Подарок от мужа в конвертике. А там здорово. Там карточка. Я теперь могу снимать. Карточка на 128 гигабайт. Как это здорово. Вау, классно. Спасибо огромное. Как здорово. Я, наверное, ее прямо сейчас и включу. Как классно. Итак, включила новую кассету. Карточку. Тони, какой мне открывать? Вот этот? Да. Давай, открываем. Вау, что здесь? Good shine, genießen, relaxen, träumen, entspannen, abschalten. Энтони подарил мне good shine сходить на массаж. Спасибо, Тони. Дайте поцелуй. Ты моя. Für deine Firma? Yeah. Von deiner Firma ist das? Ja. Yeah. Классно. А на сколько раз этот гудшайн у меня? О, у меня на сегодня целый день я могу прийти и сделать массаж. У Энтони есть стул с массажем. Спасибо, Тони. Танка. Вот этот. Открываем. Вау, танка Тони. Арбузная жвачка. А тут что? Вау! Так, после массажа куда мама должна идти? Какой классный купальник. Трин. Купаться мне надо идти. Что тут дальше? Подожди. О! Масочка, тушь, класс. Что там еще у тебя? О, для ног, классно. Спасибо, Тони. Так, вот эту, так красиво. Так, здесь надо посмотреть. Хорошо, будем смотреть здесь. Так, что лежит в тапочке? О, в тапочке лежат два тапочка. В тапочке два тапочка, классно. Так. Alles Gute zum Geburtstag, Mama. Купон zum Schwimmen mit uns. Spaß mit der Familie. О, Эрик, спасибо. Классно. Оригинально. Та-дам! Сегодня едем в Швимбад купаться всей семьей. Что мне еще можно открыть? Это. О, записочка еще одна. Так, здесь цветочек с сердечком. Ой, как мило. Что там еще? Фюделибе мама. Классно, молодец, написал. Очень здорово. Так. Вот этот открывать? Или этот потом? Ну, давай. Вот этот подарок мне подарил старший сынок, но попросил открыть его вечером. Здесь написано «Для лучшей мамы на планете, на Земле, во Вселенной». Я его открою вечером. А сейчас я, наверное, открою вот это, да? Да. Открываем дальше конвертик.
Это от моей сестры и ее семьи. Вау, классно. Это маникюры, педикюры и лак. Вот это да, вот это здорово. Классно. Целый день для меня. Спасибо, Анютка. Виталик, Алина и Ларе огромное-огромное спасибо. Классно, целый день для меня. Вот это у меня релакс на мой день рождения. Классно в этом году. Так, Тони, какой открываем дальше? Так, этот я подвину. Откроем вот этот. Ганс Кроссен. Ганс Кроссен, ну давай. Откроем Ганс Кроссен. Уберем. Так красиво запакован. Так. Так, Эрика, что тут? Эрик мне помог. Попросил помочь завернуть. Это то, что я давно хотела. Ты тоже? Да. Откроем. Вау, классно, фляжа. Как я хотела. Здорово, спасибо, Эрик, дайте. Ой, как классно. Можно я ее открою дальше? Так, где она открывается? Может быть, в нашей сумме да, тут и все так заклеено. Так, Эрик, мне нужен ножик. Класс. Вот это класс. Как раз мне не нужна термо. Вау. Классно. Смотри, Тони, вообще классно. Так. Что здесь дальше? А дальше здесь Боди Лотион, крем после душа. Это получается душ для геля и губная гигиеническая помада. Здорово, огромное спасибо. Так, дальше. Какой подарок дальше открываем? Майя. Вот этот. Это Фонтони. Открываем. Вау! Спасибо, Тони. Как раз, что маме нужно. Смотрите, какой наборчик классный. Конечно. Спасибо, Тони. Так, дальше. Какой будем открывать? Вот этот? Так, какой? Этот можно? Ну. Так, открываем. Я с этой стороны открою. Красиво так запаковано. Да? Так. Ножик опять надо. Интересно. Вот, хорошо. Вау, класс.
Круто, спасибо. Какая она крутая. Для ванны, для эншпанг. Ну, мне сегодня вообще день релакса. Да, засунул. Спасибо, Тони. Какая уточка классная. Так, дальше. Откроем. Мама, где гефты? А по-моему, это... Открываем. О! Будь счастливой, да? О, опять все запечатано. Так. Ой, Эрик, ты так шумишь? А, ну ладно. Так. Будь счастлива, да? Красиво. Или как это называется? Путь счастлива или желаем исполнений? А как она пахнет, эта свеча, круто. Красиво, да? Мама от счастья горит, как звезда, прям как на этой фотографии. Ну что, открываем от сыночка, хотя он попросил... открыть вечером, но мне уже не терпится, раз я уже все открываю. Так. Мама, поздравляю тебя. Так. Мама, поздравляю тебя с днем рождения. Их вунш де... То с тебе с тобой... Ой, извините, я так волнуюсь. Он мне подарил Райзен на Праг. Да, сискуль. Я еду в Прагу. 12 числа. 12 числа я еду в Прагу. Класс. Извиняюсь, продолжаю дальше. Мой старший сынок дарит мне один день с ним, и мы едем в Прагу. Как здорово. Посмотрите. Огромнейшее спасибо, Денис. Он знает, что я очень чувствительная, поэтому попросил открыть вечером. Но я не удержалась. Так, открываем дальше. Открываем дальше. А Денису подарок. Так, немножко подальше. Как приятно. Так. О, что это? Эрик, наверное, чуть-чуть держи камеру подальше, да? Так. Вот оно что. Так. Что подарил мне Денис еще? Сейчас мы это увидим. Так, здесь запаковано тоже. Очень-очень хорошо. Желание сегодня сбывается. Вау. А здесь написано... Что здесь, Эрик, написано? Я не совсем понимаю на английском. Good Elauna.
хорошего настроения, Валка, классно. Ой, не вставляется. Что там? Еще что ли? Или? Классно, я люблю дуплу. Медия и Гальвухин, с тобой все равно куда? Посмотрите, как раз это в путешествие. Все очень как-то продумано, молодец, ног. Райзетсайт. Майне Шона, Райзетсайт. Вот, поедем в путешествие и будем кушать. Так, Медия Фарн. Я Найн Филяйт. Конечно, едем вместе. Дальше. Вильстумит Мия Фарн. Хочешь ехать со мной? Конечно. Дальше. Дубис Айдах Эрсте класса. Ты просто первый класс. Первоклассная, можно сказать так. Дальше. С тобой все равно куда? Медия и Гальвухин. Дальше. Майне шонсте разец. Цель до... Это я не буду переводить. Так, так, так. Это уже повторяется. Как приятно. Для тебя. Для тебя все равно, куда. Für dich ist mir kein Weg zu weit. Для тебя. Для тебя ist mir kein Weg zu weit. Как же это переводится? Мне недалеко, с тобой все равно куда, хоть на край света, можно так сказать, да? Я перевожу недоточно. Ну, классно. Обалдеть. Обалдеть. Я еду в Прагу. Огромное спасибо. Для хорошего настроения вообще классно. И трубочка. Вот такие сегодня были мои подарки в этом году от моей семьи. Спасибо, ребята, за просмотр. Я поделилась частью моей жизни. А сейчас мы собираемся и едем в бассейн. Надеюсь, я немножко поснимаю. Если скрыты камеры, конечно. Огромное-огромное спасибо всем. Собрались и едем по шахматной дороге в бассейн. Шикарная мельница крутится, вырабатывая свет и электричество. А вот и приехали. Бассейн называется Шваб. Еще раз повторюсь, дорогие дети, сестры, выражаю вам огромное-огромное спасибо за прекрасный чудесный день. Это так классно, мы день провели вместе, накупались, накатались. Огромное вам спасибо, я вас очень люблю. Стемнело, и мы счастливые едем домой. По дороге мы заехали в Макдональдс, купили детям детское меню. Они были счастливы, а мы едем домой праздновать мой день рождения дальше. Просто в семейном узком кругу. Приехали домой. На ужин у нас вот такие вот манты. Сынок заварил чай и грибочки. Манты у меня сварились. Теперь можно семью звать к столу. А вам, дорогие, я желаю приятного аппетита. Спасибо, что вы были со мной. Продолжение будет к чаю. Чаепитие потом покажу. А к чаю у нас такой винокухон и маленький тортик брауни. Я сегодня только за кадром.
Итак, ребята, давайте посмотрим, что у меня в последнем подарке этого дня. Это подарок от моих родителей. Ну что, открываем. О, классно! Открываем, а что там? Божьи коробки, которые принесут немного счастья. Одна божья коробка. Вот такая большая. Огромнейшая божья коробка. А за божьей коробкой еще две. Это, наверное, прикол. Еще две. Как мило. Обалдеть. Посмотрите, какие они большие. Большие божьи коробки. Они буквально как моя ладонь. Сделаны с любовью. Так. Это леггинсы. Дальше конвертик. О, как здорово, как раз в Райзе пригодится. Два шикарных полотенца вафельных. Или? Да. Два штуки. Вот такие красивые. Как раз на мою кухню. Посмотрите. У меня же гардины такие же вот. Бело с бордовым. Шикарные розы от родителей. Они просто чудесные. Посмотрите, какие красивые шикарные бутоны. Так, продолжаем дальше. Нет, еще полотенца. Три полотенца. О, классно! Моя любимая фирма Шанель. И синего цвета. Под шапочку. Обалдеть! Огромное спасибо. Класс. В общем, такой шикарный у меня платок. Продолжаем дальше. Дальше это дезодорант. Так. Приятно очень пахнет. Так. Правильно, это в дорогу в школу брать. Круто. И парфюм. Класс. Понюхаем, как пахнет. Очень приятно. Дала бы вам понюхать. А, как пахнет цветами, прям вообще пахнет класс. На этом мои подарки закончились на сегодня. Но день рождения продолжается. Продолжается, потому что я пойду в салон на маникюр, на педикюр. В бассейне хорошо отдохнула. Потом поеду в путешествие. Посещу Прагу. Огромное спасибо, что вы были со мной. Сегодня я за кадром. Закадровое вот такое вот видео. Желаю вам спокойной ночи, доброго утра и хорошего дня. С вами была Ната.
Я вас всех обнимаю, люблю, уважаю, ценю очень. Ну, всем пока-пока. Крепкого вам, ребята, здоровья. Ну и, конечно же, ребята, с Рождеством, с Рождеством. Желаю вам всех благ, удачи, крепкого здоровья. Кто на Ютубе, в общем, мои коллеги, желаю вам успехов, удачи. Развивайте свои каналы. Я буду вас поддерживать как могу. Желаю вам всего-всего самого-самого наилучшего.